Карта видеозахвата AverMedia Dark Crystal HD Capture CD311. Стримит Full HD при 60 FPS с нулевой задержкой на аналог и цифру. Устройство поставляется в ярко-фирменной упаковке и комплектуется укороченной планкой разъемов в дополнение к стандартной ATX. Также в комплекте есть диск с драйверами и фирменным софтом для вывода потока и управления адаптером. Карта видеозахвата AverMedia изготовлена в формате низкопрофильной платы расширения с интерфейсом подключения PCI-Express на одну линию. Вся схемотека выполнена на текстолите размером 125 на 65 мм, а в комплекте прилагается укороченная планка для задней стенки. С точки зрения компоновки элементной базы, карточка AverMedia Dark Crystal не требует применения системы охлаждения для цифро-аналогового преобразователя и кодека, а также для конвертеров сигнала. Входных разъемов здесь два. Это цифровой HDMI и классический аналоговый VGA, что пригодится при работе с устаревшим оборудованием. Обратите внимание, что данная модель не оснащена сквозным транслированием входного сигнала на внешний монитор и предназначена только для сбора входящего потока, например, с регистратора видеонаблюдения или диагностического оборудования с VGA-выводом. Все это можно превратить в цифровой транслируемый поток разрешением вплоть до Full HD при 60 кадрах в секунду.